Ну давай сейчас с билетами посмотрим тогда все. И пойдем вначале. Да, ты мог тоже аккуратно выходить. Папа, осторожно, не стукнись головой по сумке. Так, давайте, пойди вперед. А я не стукнусь. Ой, грубо. Ты thank you.
почему одна ты с тобой? А, я ты пишу. Ну да, такое ощущение. Thank you.
Хорошо. Ладно, тем более, что у нас дочь все равно их не ест, поэтому... Два. Два. Да, вот она два палочки. Да, да. Это бух-бух палочки.
Давай. Накладывай камушки, накладывай в стакан. Вот ты главный. Ну, на три счета. Раз, два, три. Можно не подходить, напряжение, натяжение. Давай. 1-0. Кто дольше держит, тот и выиграл. Только говорим такие слова. Калечина-малечина. Сколько часов до вечера? И считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто дольше удержит? Ну, ладонь не сгибаем, а на вытянутой руке прямую ладошку. Калечина-малечина. Сколько часов до вечера? Прямую ладошку. Раз, два, три, четыре. Прямую ладошку, прямую. Давай ты. Кто? Я? Давай ты, конечно. Конечно. Мы потом язык снимем, только на пасхальной неделюшке вешаем. Давай. Молодец. Давай ты. Он поет как долго. Потом я. Хорошо пошла. Главное, это защита для животных домашних. Держали коров, овец, лошадей, да, домашнюю птицу. Так вот, это защищало домашних животных, чтобы они не болели, не тосковали, не скучали, чтобы в поле волк не задрал, чтобы знали свой двор. Двора, железный тын, вокруг двора железный тын. На старт, внимание, марш! Марш!
нам нужно выехать чуть-чуть заранее, вдруг мы... Ну, молодцы, хорошо кричали, было слышно. Снимаем колокольчики. Вот. Сейчас будем доставать. Я кричала плохо.